В рамках проекта «Городская среда» и отработки наказов народной программы депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков проверил, как проходит преобразование дворов и улиц Одинцова в летний период. Хорошо, что погода позволяет проводить уличные работы по благоустройству, по укладке нового асфальтового покрытия, подготовке бордюров и пешеходных переходов. Поэтому уверен, что строители справятся, сделают необходимую работу. Детская площадка у дома номер 9 по бульвару Любы Новоселовой существовала и раньше. Но основание ее было грунтовым, поэтому после дождя всегда образовывалась грязь. Теперь здесь будет современное резиновое покрытие. Кроме того, прилегающие к ней дороги также благоустроят. Будет новое покрытие асфальтовое, соответственно, движение станет лучше, безопаснее. И уверен, что жители уже этого ждут довольно давно, и результат будет. Возле дома номер 105 по Можайскому шоссе проводится благоустройство парковки. Она будет расширена. Для удобства здесь изменят проезд во двор и обновят асфальт. Благодаря этому движение станет комфортнее и безопаснее. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».